Омские автолюбители жалуются на километровые заторы на Красноярском тракте. Пробки образовались из-за дамбы, которую коммунальные службы выстроили из мешков с песком, перегородив тем самым одну из полос дороги. Ограждение возвели, чтобы не допустить подтопления талыми водами с полей, расположенных неподалеку. Но проезжая часть на этом участке абсолютно сухая, а вот заторы серьезные. Даже в 12 часов дня скорость движения не превышает 20 км в час. ГИБДД уверяют, нужно потерпеть, ведь вода может прийти в любой момент, а если дамба не будет, то магистраль затопит. Другие дороги в ГИБДД перекрывать пока не планируют. В настоящее время сотрудниками госавтоинспекции ежедневно проводится обследование улично-дорожной сети на территории областного центра, а также дорог, которые в прошлом году были подтоплены в связи с обильным таянием снега в районах Омской области. Ни одного участка пока не выявлено, но ежедневно эта работа проводится. И в случае, если будет подтопление, то, соответственно, будем принимать экстренные меры, в том числе с частичным перекрытием проезжей части.